Друзья, всем привет! Сегодня мне пришла посылочка, сегодня у нас вторник. Заказывал воскресенье, пришла из Германии. Вот так вот быстро пришло. Я не ожидал, думал, придет четверг. Сейчас распакуем, посмотрим, что там пришло такое. Так, коробочка такая большая. Что там вообще? Распакуем. Запаковали очень хорошо. Такую большую коробочку. Офигеть. В такой большой коробочке вот такие вот два воблера пришли. Классно. Воблера от... Такие шикарные цвета. Класс, просто класс. Сейчас открою, посмотрим. Характеристику посмотрим. Итак, распаковал. Покажем близко. В таком цвете. Салатовая такая спинка и пузо. Вот такой вот, как будто трещина, но это так покрашено. Ручки уже липнут за пальцы. Стоит суспендер. Посмотрим. Итак, тройники очень липнут к пальцам. Так, какой у них тут шум. Шарик, наверное, штуки два или три мелких. Шум такой не шумный, но звонкий. Так. Думаю, дальнего заброса нету. Просто шарики стоят. Так вот все выглядит отлично. Петли все проклеены, вон видно. Близил камеру. Все залито. И ничего не надо клеить, проклеивать. Вот такой вот шум. Смотрим следующий цвет. Натуралка. Тоже все переливается. Красивый цвет такой. На тройники, конечно же, тоже. Все острые, пальцем липнут. Все залито. Шикарно все сделано. Качественно. Итак, воблер размером 66 мм. Взвесим. Сколько мои весы покажут. Шесть и семь. 6,7 ровно, как и заявлено. Так, на коробке что-то написано. 6,8. Ладно, будем пробовать на воде. Собираюсь в субботу на платник ехать за форелью. И посмотрим, как он будет там на воде работать. Вода там очень чистая. Половить. Заснимем. Красивый такой цвет. Ладно, всем пока. Удачи, не хватайте швеем. Подписываться не забывайте.